Национальный академический драматический театр имя Якуба Колоса рыхтует до показу спектакль. Колосовцы лечат, что постановка по поэме народного письменника Беларуси Якуба Колоса станет знаковой у новом сезоне. Как идут репетиции и коли отбудется премьера, за кулисы Колосовского театра зазернула Юлия Устинова. На колосовской сцене ставили больше за 40 годов тому. Зараз режиссер-постановщик спектакля, мастацкий кіраўнік театра Михай Краснабаев робит новый позырк на проблемы, узнятые классиком. Постановка обещает быть музычной, пластичной и видовищной. Михай Краснабаев играл роль Симона на колосовской сцене у минулой постановцы. Зараз его режиссерская задума надать неумиручему твору белорусской литературы новое житё и сучасное театральное увасабление. Это той самый Симон музыка, как каждый человек, який от нараджэння, мы некое сталенне, мы проходим зим поваж гэты шлях. И гэта отбывается с каждым человеком. Мастак, не мастак, гэта не мае значэння. И еще то, что там, конечно, вельмі шмат про радзіму у Колоса закладено, про нашу Беларусь, про прыгожы наш край. Так что вельмі хочется, как люди пришли, поглядели, подумали про себе, кто они, белорусы. Ось. Это мы такие. При уважливом прочитании классика, каже режиссер, у каждом в образе открывается прихованный сенс. У каждом разделе актуальная простога до темы. Новая постановка Симона музыки мае символичный подзаголовок «Мелодия порваной струны». Головную роль выконывает молодой артист Дмитрий Коваленко. Каб занять годное место в жизни, его герой мусит пройти праз множество выпробований. Раз гэты спектакль мы кажем про то, что болит у белорусов, то, что мы забываем мову, то, как тяжко исти молодым людям. Тут вельми шмат того написано, якое сучасно болит. 40 годов тому у минулой постановцы Тадеуш Кокштыс играл жабрака. Зараз народный артист Беларуси выконывает одразу 4 роли – старого, Курылу, жабрака и деда Данилу. Тадеуш Антонович весь час на сцене, веде молодого Симона шляхом життя. Хлопчука направляю, ну, кажучи так по газетам, ставлю на рельсу по сегодняшнему, бо он еще... Ничего не ведая в житті, натыкается на самые жахливые натычки. И тому дед повинен, правда? Так, дед повинен, я вам нацелю. Только подкидывать, нацеливать. Музыку до спектакля пишет композитор Артем Краснабаев, сценографию рыхтует Светлана Макаренко, хореография Дианы Юрченко. Колосовцы меркуют, что постановка «Симон музыка. Мелодия порваной струны» станет знаковой у новом сезоне. Премьера запланована у день народжения театра 21 листопада. Юлия Устинова, Александр Пристаука, новины, Витебск.